В Краснодарском крае продолжается осень. Кубань остается под властью антициклона, который обеспечивает тепло. Причем температуры местами находятся на уровне октября. Нынешняя погода вышла за рамки климатической нормы. Но уже со следующей недели ситуация кардинально изменится. Виной тому мощное арктическое вторжение. Именно благодаря ему жители региона почувствуют дыхание зимы. Ожидается, что температура воздуха резко снизится на 7-10 градусов. А я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».